Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Постнова. Я очень рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Сегодня у нас очередной обзор сорта. И снимаю этот ролик 23 декабря. Выйдет он чуть попозже, конечно же. Но я решила закончить этот год вот именно на пуансеттии. Потому что пуансеттия у нас чисто сезонное растение. Я уже об этом рассказывала. Такой шикарный кустик. Я дала ей кличку «Полярная звезда», потому что пуансеттии бывают не только красные, но вы видели, они бывают розовые, лососевые, пятнистые, разные. Но, на мой взгляд, белая тоже заслуживает отдельного внимания. Она такая достаточно яркий белый цвет, скажем так. Для тех, кто написал мне в комментариях под предыдущим видео, хочу сказать отдельное спасибо, что делитесь. Очень рада. Мне люди писали, что после этого ролика они посмотрели на нее с другой стороны и решили приобрести себе. Там девушка писала из Германии, хотя мне казалось, что все европейцы и все, кто живет в Европе, покупают себе ее в обязательном порядке. И сейчас, приходя там в ресторанчики, в кафе, я вижу пуансеттии, и это прекрасно. Нужно немножко, да, проще относиться к жизни. Если пуансеттии выгоняют нам к декабрю, к Рождеству, к Новому году, почему бы, собственно, и да. Согласитесь, нарядно, красочно. Буду через пару дней делать композицию у себя дома из таких полудохлых пуансеттий, которые я сейчас забираю из магазина, и покажу вам, что растения прекрасны в любом состоянии, если уметь правильно с ними работать. Итак, пуансеттия, которая называется у нас, вот я уже забыла как, называется она Аляска. Представляете, старость, конечно, не порог, но большое неудобство. Значит, не знаю, почему Аляска, наверное, потому что это север, это снега, это белоснежная красота и чистота. Вот такой куст у нас есть, основной ствол, из которого идут сверху побеги. Судя по всему, видите, это черенкованием это все делается, потому что здесь был маленький черенок, который дал нам побеги, которые в дальнейшем зацвели. Это к чему? К тому, что ее можно и нужно стричь. Пуансеттия хорошо поддаются обрезке, ну и, скорее всего, цветение у нее идет тоже на новых побегах. Это, кстати, подтверждает и мое наблюдение в Европе, когда стоят абсолютно лысые кусты пуансеттии на новых веточках, как бантики у них такие, прицветники, прилистники. Вот эти цветные листья, это, конечно же, не цветы, безусловно. Цветы у нее такие маленькие, тут невзрачные, на них можно даже не обращать внимания. Красота именно в листьях. Поверьте, если у вас она даже не будет цвести, она достойна того, чтобы жить вместе с вами, потому что растение живучее, минимум год, два, три оно с вами проживет. У меня самый долгий опыт был 4 года. Ну, собственно, не буду больше ничего говорить. Любуйтесь. Это красота для вас. И прям, ну вот, вот на какой листик не посмотри, ну вот одна сплошная красота, удержаться невозможно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И до новых встреч. Следующие ролики будут уже в следующем декабре. Если я привезу какой-нибудь необыкновенный сорт, буду делиться. Сейчас уже сезон пуансеттий закончен.